Ребята, очень быстрый способ приготовления чудного гарнира. То ли салат, то ли гарнир, непонятно. Пока макарошки варятся, можно подготовить овощи. Авокадо у нас тут как масляное. Как хорошо, урвала я тогда. Макарошки у нас сварились, добавляем к ним овощи. Сварились и остыли. Чуть-чуть. Если макароны у вас липкие, то их можно промыть. Ну, зачем? Не надо. Не занимайтесь лишними. Приступим к заправке. Что у нас тут? Базилик сушеный. Соль. Куда же без тебя, дорогой? Из жидкости мы добавляем масло. Если у вас есть оливковое, будет круто. И бальзамический уксус. Все. Очень хорошо. Трясем как. И теперь мы просто заправляем чудо наш салат макаронной заправкой. Мастерски. Ольга подошла к вопросу перемешивания салата. Все, друзья, это вкусно. Это прекрасный гарнир. Ну, и как самостоятельное блюдо тоже классно. Это хоть и не совсем стандартное блюдо, но очень вкусное. Обязательно как-нибудь попробуйте. Удивитесь, насколько это может быть классно и вкусно.